Как мы уже информировали, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетил эту страну с рабочим визитом. Сегодня в рамках программы основного дня внеочередного саммита Организации тюркских государств, в котором принял участие президент, состоялся также ряд двусторонних встреч. Видеообзор программы. Организация тюркских государств – перспективная платформа сотрудничества во благо тюркского мира. Страны-участницы стремятся к всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе в целях повышения уровня и улучшения условий жизни людей. Взаимодействуют в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, популяризации исторического наследия народов. Однако требование сегодняшнего времени таково, что необходимо расширять перспективы сотрудничества. Одним из вызовов, от которых не застраховано ни одно государство, как известно, являются природные катаклизмы, стихийные бедствия. Учитывая возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами только одной страны, мы еще раз убеждаемся в том, насколько важна консолидация усилий в этом направлении. Сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безусловно, будет содействовать повышению благосостояния и укреплению безопасности народов. Данная коллаборация очень важна и в деятельности организации тюркских государств, в которой в текущем году председательствует Узбекистан. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках ОТГ выдвигает самые актуальные и важнейшие инициативы, служащие интересам тюркских народов, обеспечению мира и благополучия. Немаловажно и то, что в рамках внешней политики глава нашего государства уделяет должное внимание вопросам, связанным с консолидацией усилий, оказанием содействия странам-партнерам в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий. Важнейшие инициативы со стороны лидера Узбекистана прозвучали и на этот раз. Внеочередной саммит Организации тюркских государств собрал руководителей стран-участниц для обсуждения совместных мер по сокращению риска стихийных бедствий, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, оказанию гуманитарной помощи на пространстве ОТГ. В рамках программы основного дня внеочередного саммита Организации тюркских государств президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Вначале глава нашего государства искренне поздравил премьер-министра и дружественный народ Венгрии с национальным праздником – Днем Венгерской революции. С глубоким удовлетворением отмечено динамичное развитие двусторонних отношений, стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Были рассмотрены вопросы поддержки и ускорения совместных инвестиционных проектов с участием ведущих компаний двух стран. Особое внимание уделено налаживанию прямого авиасообщения и созданию производственной площадки для эффективной кооперации предприятий Узбекистана и Венгрии. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной повестке. В работе мероприятия, прошедшего под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым Джамарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь ОТГ Кубаничбек Омуралиев и другие представители институтов и структур организации. В соответствии с повесткой дня обсуждены перспективы развития многостороннего сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарного содействия, а также координации усилий в предупреждении и преодолении последствий стихийных бедствий. В начале саммита участники почтили память жертв разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля в юго-западных районах Турции. Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что сегодняшняя встреча и проявленная странами организации солидарность с Турцией в дни трагедии стали наглядным практическим подтверждением силы дружбы и сплоченности тюркских народов.
которые в самые трудные моменты являются друг для друга крепкой опорой. Беспрецедентное разрушительное землетрясение, произошедшее в дружественной стране, бесконечной болью отозвалось в наших сердцах. Это ни с чем не сравнимая, невосполнимая утрата. Ведь в результате страшной катастрофы погибли и пострадали наши дорогие отцы и матери, братья и сестры, дети, сказал Шавкат Мирзиёев. Мы никогда не забудем о десятках тысяч людей, погибших в результате этого страшного бедствия. Лидер Узбекистана предложил в знак особого уважения к светлой памяти всех безвременно ушедших объявить в рамках организации тюркских государств 6 февраля Днем памяти и солидарности, дав высокую оценку реализуемым под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана мерам и принятым программам по ликвидации последствий стихийного бедствия. Глава нашего государства особо отметил, что благодаря оперативным, четким и эффективным действиям были спасены жизни и здоровье многих людей. Мобилизованы большие средства и начаты масштабные восстановительные работы. В такое непростое время братский турецкий народ сплотился вокруг лидера Турции и проявил огромное мужество, отвагу, непоколебимую волю и высокий дух, подчеркнул президент Узбекистана. В этой связи заявлено о готовности Узбекистана помочь и направить совместные усилия на восстановление разрушенных землетрясением и строительство новых городов и сел, социальных и промышленных объектов. Кроме того, мы создадим необходимые условия для того, чтобы пожилые люди из пострадавших районов смогли поправить свое здоровье и отдохнуть в нашей стране. Организуем также для них поездки по священным местам поклонения нашим великим предкам. Имаму Бухари, имаму Тирмизи, имаму Матуриди, Бахаудину Накшбанду, предложил Шавкат Мирзиёев. Также глава государства пригласил молодежь из пострадавшей турецкой провинции Хатай посетить этим летом нашу страну, где для них будут организованы содержательный досуг и экскурсии в древние города Самарканд, Бухару и Хиву, а также совместные мероприятия со сверстниками. Главное, что государство обратило внимание на то, что территории, где расположены страны организации тюркских государств, по своим географическим и геологическим особенностям наиболее подвержены стихийным бедствиям и рискам. К сожалению, из-за глобальных изменений климата в последние годы резко выросли масштабы таких разрушительных стихийных бедствий и ущерб от них, отметил Шавкат Мирзиёев. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий предложено создать платформу системного сотрудничества в рамках организации и на ее основе создать ряд конкретных механизмов. Так, особое значение имеет скорейшая разработка многостороннего соглашения, направленного на предотвращение природных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. В этом плане Узбекистан поддержал представленный турецкой стороной проект документа о создании системы гражданской защиты. Подчеркнута необходимость существенно активизировать партнерские связи между министерствами и ведомствами по чрезвычайным ситуациям. В ходе их следующего заседания предложено подготовить совместную программу действий по приоритетным направлениям. Отдельно отмечена целесообразность внедрения механизмов тесного взаимодействия и поддержки в преодолении социальных и экономических последствий стихийных бедствий. Предложено обеспечить беспрепятственную поставку продовольствия и строительных материалов, запуск проектов кооперации, направленных на восстановление промышленности. Несмотря на достижения в научной и технологической сферах, по-прежнему актуальной остается задача прогнозирования и раннего предупреждения землетрясений, сильных паводков и наводнений, лесных пожаров, ураганов. Несомненно, глубокое изучение этих процессов, широкое внедрение научных и технологических инноваций в данную сферу дадут большой положительный эффект, подчеркнул лидер Узбекистана. В этой связи он выдвинул инициативу о создании центра мониторинга и анализа стихийных бедствий в рамках организации тюркских государств и размещении его в Ташкенте. Кроме того, отдельное внимание уделено необходимости укрепления практического сотрудничества с международными структурами, специализирующимися на чрезвычайных ситуациях. В завершении своего выступления президент Узбекистана искренне пожелал успешного проведения на высоком уровне важных политических событий, в частности выборов в ряде стран организации, а также поздравил с наступающим праздником весны и обновления Наврузом. Главы делегации, участниц саммита, озвучили свое видение перспектив дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарного содействия. И благословенным месяцем Рамазан. По итогам саммита была принята Анкарская декларация, подписано соглашение
о создании Тюркского инвестиционного фонда, а также принято решение о подготовке соглашения по вопросам формирования механизма гражданской защиты. В этот же день на полях чрезвычайного саммита Организации Тюркских государств в городе Анкаре президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедовым. Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе исторических визитов на высшем уровне в прошлом году. С особым удовлетворением отмечены активные контакты и обмены на разных уровнях. Обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия. Рассмотрен график предстоящих мероприятий. Глубокое уважение лидеров двух стран. Особенная дружба, постоянный, искренний диалог. Вот что сегодня обеспечивает дальнейшее развитие нашего двухстороннего сотрудничества, партнерства между Узбекистаном и Турцией. А еще становится основой последовательного прогрессивного роста всего региона –